Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обновление от 28 сентября, и сегодня у нас что по плану? Разобрать БДО, там добавили гильдийных боссов, которых нам обещали вместе с ним ивент, да? Потом кучу ивентов понадобавляли по контенту галяк. И на Корее заодно посмотрим, что поставили. Я, кстати, забыла на стриме разобрать, поэтому буду с вами вот в прямом эфире, так сказать, под запись все это дело отсмотреть. Значит, первое. Ивент, про который они нам сказали еще на той неделе, но само собой оно уехало вот сюда. Нажимаем новости. Значит, смотри. А, вот, ивенты. Ивенты. Вот, гильдийные боссы. Подарок для новых. Вероятность получения где? 2000 улары. Короче, гильдийные боссы. Там что-то сходите на гильдийные боссы, и потом... Блин, ну я уже не найду его, он старый, короче. Значит, исправили гильдийных боссов, поэтому сходите на гильдийных боссов, в казну получите бабки, потом там еще что-то сделаете. На той неделе я это дело показывала, поэтому туда смотрите. Что по ивентам? Давайте сразу начнем вот отсюда, вот так вот. Откроем и по-хорошему, по порядочку все пойдем. Новые ивенты. Еще больше локаций для охоты на монстра. Значит, периодически, раз примерно там в 2-3 месяца включается этот ивент. У нас есть 4 сокровища, 2 банки бесконечности, компас вечный и вечная карта. Что за ивент? Вот описаны локации, на которых изначально этот итем добывается, да, для каждого вот сокровища. А здесь дополнительные локации. Как шпаргалка. Если вдруг вам, там, например, неудобно искать почнот в БДО, вы можете зайти в Discord наш, либо на стриме, написать команду «восклицательный знак банка», в дискорде написать .s банка, бот вам даст ссылочку на текстовый гайд, где какой итем добывается. И там же прописаны споты во время ивентов, куда нужно идти во время ивентов. Этот ивент продлится у нас до 12 октября, то есть у вас есть 2 недели на то, чтобы дополнительно разгрузить споты вот эти и на более профитных пофармить итемки. Дальше. Вероятность получения сердца босса в 2 раза выше. Ну, само собой, то же самое. Сейчас, секундочку, я музыку включу, почему-то выключилась. Почему-то выключилась. Значит, что? Камос, Вэл, Каранда, Кутум. Увеличен шанс выбить ценную награду, типа там сердце Камоса, сердце Вэла, сердце Каранды, сердце Кутума. Все это увеличено в 2 раза. Ну, как мы знаем, как я всегда говорю, если 0,001% шанс, то 0,002% это как бы тоже не особо-то и много. Наградам нет конца. Достаточно зайти в игру, чтобы получить достижение. Заходишь в игру 30 минут, час, два. Сидишь, получаешь расходники для заточки. Подарок для новых и вернувшихся игроков. Это для сезона. То есть сезон у нас там продлился. И для тех, кто только-только врывается, вот вам, пожалуйста, награды. Вот это, чтобы быстренько проточить себе тувалу, это, соответственно, тоже для заточки, всякие для прокачки, для вашего быстрого развития. Ваш модный образ, Солонар, уникальный стиль. И тут, конечно, такой рафельный немножко ивент, потому что что? Они ввели костюм на 5 классов, всего лишь 5 классов. Волшебница, волшебник, а что, я сейчас покажу тебе. Ах, не туда нажала. Так, а чё я? Вот, магазин. Новинки, смотри. Мудрец, волшебник, колдунья, волшебница, шай. Все. А ивент заключается в том, чтобы, купи костюм на класс. Ну, или там выкупи с аукциона, либо купи за донат. Сфотографируйся в нем и загрузи в нашу галерею в игре. И тем, кто... Значит, сделает это все, абсолютно все получат ларец, это для переодевания костюмов, протест Валкса, ивент память мастера, 5 штучек, прикинь. То есть те, кто играют, например, там на страйкерах, на гигантах, на маевах, они в ивенте поучаствовать не могут, понимаешь? Но если, например, ты лайкнешь чью-то работу, то ты получишь сундук помощи один, там тоже такие небольшие ресурсы, расходники. Такое. Короче, байт, вообще такого байта еще не было. Ну, ежедневные награды за вход с благодарностью. Это тоже просто заходишь в игру и календарик, собственно. Вот такой у нас будет новый. Тоже просто полезные расходники для разных-разных случаев. Старые ивенты. До 12 октября еще у нас повышенные риты в честь хидельского приема. Так? Так.
Град из 2000 камней крон. Это у нас заходишь в игру, каждый день получаешь разные штуки. Дальше. Бафы на 10 часов у фонтана продлили до 12 октября. Как я поняла, изначально он был вроде бы меньше, но, по крайней мере, так сказали. Вот. Хотя слово «изменен» не было, значит, они изначально были до 12 октября. Вот. Просто подходишь к алхимику Ларе, берешь квест к фонтану, у фонтана выбираешь награду. Получите у Лары приглашение на хидельский прием, если вдруг кто-то еще не сделал вот этот вот приемчик. Значит, у черного духа берете задание, находите Лару, вам дается вот эта штучка, потом красивый свиток 5 штук, из которого с некоторой вероятностью можно получить вот это вот все. Особые осенние награды за вход. Значит, тут все понятно, да? Заходим, получаем, смотрим. Так. Дальше. Предметы поддержки от гильдии убывающей луны. А, вот и, кстати, смотри. А, кстати, особые награды за вход. Здравствуйте. До 21 числа. Вот это, кстати, вопросик, да? До 21 сентября. У нас уже 28. Вот у нас вот этот ивент закончился, вот этот ивент закончился, вот этот закончился, вот этот закончился, вот это вот... А, это до декабря, стоп. Вот это закончилось. Вот эти вот остались. Ну, короче, тут половина ивентов перечислена, но самое важное я вам рассказала. Значит, основное обновление — это период охоты на боссов гильдии, изменение правил и наград. Что у нас изменилось? Во-первых, теперь с ослепительно светящиеся камни и вероятность их получения значительно выросла. То есть, вот эти камушки... Смотри, после победы над этим боссом всегда можно получить. То есть убиваешь хана, всегда получаешь светящийся камень зелени. Убиваешь грязь, всегда получаешь камень земли. Убиваешь лаву, всегда получаешь камень огня. Убиваешь футурума, всегда получаешь камень ветра. Так? Дальше. Повышенный шанс получить, естественно, сконцентрированную энергию хана в 2,4 раза. Но опять-таки, хан штука полезная, но... Там и я лично к нему отношусь очень с осторожностью, потому что, чтобы потом его продать там условно, за сколько он сейчас стоит, нужно еще дофига денег вложить, чтобы его перекрафтить, сделать продаваемым. А теперь за победу над боссами 1-3 ранга можно получить лунные и солнечные черные камни. Так, это вот эти камушки, это для хана, да? Это камушки для заточки обвеса Галеона, по-моему. И теперь можно получить золотые слитки весом от там 10G и 1000G. То есть, что это у нас? Это 10 лямов, это 100 лямов. Грязь. Теперь помимо камня злого умысла можно получить энергию бытия. Камень злого умысла — это итемка, которая у нас падала с грязи только, так, чтобы сделать камень инкрустации навыки. Но теперь можно выбить энергию бытия, которая падала только раньше славы. То же самое наоборот, теперь славы можно, кроме вот этой энергии бытия, выбить еще и камень злого умысла. Энергия бытия — это итемы, которые ты перекрафчиваешь потом и получаешь, например, баф плюс 70 атаки на 10 минут. Либо там, по-моему, защиты сколько-то дается, потом там два каких-то не очень полезных, там скорость перемещения и высота прыжка, по-моему, тут какие-то такие штуки, но вот атака и защита очень полезна, правда, на 10 минут. Помимо того, значит, что с футурума, с определенной вероятностью можно получить сокровище древнего защитника, в котором бижутерия, но, по-моему, оно и было. И также, соответственно, светящийся камень ветра. И вместе с этим увеличили ХП и защиту как у грязи, так у лавы, так и у футурума. То есть теперь вроде бы как они стали и жирнее, и бьют больнее. Плюс у босса с некоторой вероятностью, вот ему настроение так у него сложилось, массовая атака. Вот я единственное не помню момент, когда ты так давно, я просто на босса не ходила. Если ты умираешь от гильдийного босса, теряется ли опыт и теряются ли камни? Вот это единственное, чего я не помню. Может быть, в чатике меня сейчас поправят. Также босс больше не наносит атаки с негативными эффектами, игнорирующие эффекты защиты. Так? И босса теперь нельзя задебафать. Вот это я не понимаю, зачем. Ну и атака боссов 0-3 ранга усилена, соответственно, вот в столько раз. Что?
По гильдийным боссам все. Для тех, кто вдруг, так же, как и я, очень давно не смотрел в эти все патчи, очень давно не вникал вообще, как эти гильдийные боссы делаются, значит, во-первых, есть вот такие квесты покорения на старые локации, то есть там Санилы, там Фоганы, там Лава в Мидии, Гахраты, вот это все. Но есть еще ивенты с названием «Ивент». К сожалению, мне здесь не повезло, сейчас я вам не покажу его, но там... Нужно всего убить 5000 мобов, просто 5000 мобов убить, и сразу же получаешь в гильдийного босса в копилочку вот 4 обрывка, например. Да, то есть не надо делать 4 квеста, а сразу одним квестом ты закрываешь полностью весь, всего босса. Вот. И тогда ты просто бьешь любых мобов абсолютно. То есть можно, например, на одном канале, на разных спотах стоят ребятки и одновременно выполняют этот квест. То есть с этим вопросом как бы все решаемо, все хорошо. Контент. Питомцев 5 ранга теперь можно сделать не только там в деревне, в Камасильве, в общем, я не помню, как эта деревня называется, но и в Велии, вот здесь он стоит, это вот тут вот конюх у нас где-то, и напротив, тут торговец инструментами, в Хиделе, вот он стоит возле алхимика и стоит возле конюха, в Альтинове, ой, в Кальфионе, тут вот, и в Альтинове, где-то тут вот. Да, чаще древних голубцов. Вот. Собственно, теперь можно не бежать туда, а питомцев пятых делать поближе. Из Эйла можно найти в бездну бессмертия. Шакату начал демонстрировать скрытые способности игры в Яр, то есть теперь с ним можно сыграть в Яр. Переделали дневник Бартелли. Теперь вместо элитки в забытых руинах можно достаточно убить духа песка. Дух песка — это, по-моему, штучка, которая появляется в Валенсии с кактусом на башке. Да, вот он, с кактусом на башке. Так. И вместо убийства песчаного колдуна, это тоже, по-моему, элитка, просто поиграть в Яр с Шакату. Все, всего лишь. Что такое игра Яр? Я на канале рассказывала, в обзоре обновления я показывала, как в нее играть, то есть там все очень просто, очень все понятно. Переименовали три кристалла. Теперь были раньше меткость, теперь хватка. То есть теперь сиди и вспоминай, хватка что тебе дает. Улучшенное описание, неинтересно. Итак, наконец-то с 28 сентября можно ввести третий промокод с хидельского приема. Дается секретная книга безупречного равновесия, которая обменивает боевой опыт, опыт навыков между двумя персонажами. Также перекидывает количество слотов инвентаря и грузоподъемность. Вот, например, в случае с Нитричем. Он играл там на лучнике, на мудреце, на лучнице. Естественно, он туда вкладывал, там расширял сумку, вес и так далее. И сейчас он играет на гиганте. Мудрец неинтересен, не дамажит. Лучник тоже неинтересен, поэтому он пересел на гиганта. И вот этим свиточком можно полностью перекинуть слоты, ЛТ, боевой опыт, уровень персонажа, поменять между героями. Это не дублирование, как секундомер Фугара после сезона, это реальный обмен. То есть было, стало, поменялись местами. Также вот у нас есть остальные купоны, которые были розданы на хидельском приеме. Эти все купоны можно найти у нас в Телеграме, в Дискорде, в ВК и в описании к видео. 4 места, куда можно обратиться. Даже, по-моему, в Фейсбуке 5. По монстрам. Значит, командир забытых руин, элитка и песчаный колдун теперь не просто стоят в фиксированных местах и ждут, когда их убьют, а теперь они резаются случайным образом во время того, как фармят мобов на локации. То есть, была элитка, если я правильно помню, командира забытых руин, который... А, нет, это была просто элитка. Теперь она просто появляется, вот ты бьешь мобов, но вдруг ты фармишь там, я не знаю, фармят там или нет вообще, но вдруг ты там фармишь, она просто появляется у тебя где-нибудь на голове. Все. То же самое и песчаный колдун. Вот. И если раньше эти мобы, элитки были одиночками, то теперь они будут призывать мобов. Вот. Также, естественно, бафнули немножечко дроп, но немножечко. Увеличили тайное место в лагере сайжеков. По заданиям, что, вот внезапное задание во время охоты теперь можно завершить у Черного Духа, что, видимо, очень удобно, потому что тебе не нужно бежать куда-то там в город с локации, а продолжаешь охотиться.
правки остальные не очень интересные. Вот расписаны... А, и теперь... Да, вот расписаны. Битва за узлы и захват территории. Значит, увеличили, расширили ассортимент в у НПСов, которые появляются, точнее, открывают лавку для гильдии, которая захватила узел. То есть, когда ты захватываешь, например, узел первого, второго, третьего, либо четвертого ранга, ты разговариваешь, соответственно, с НПСом первого, второго, третьего, четвертого ранга. У каждого свой ассортимент, свое количество, свой лимит. И если раньше, например, эссенция славы и доблести была в магазинах только третьего, четвертого ранга, то теперь есть и в первого, второго, это для камней инкрустации, кстати. Я надеюсь, что после этого обновления камни инкрустации топовые появятся на аукционе. Вот, а третьего, четвертого увеличили количество, лимит, то есть раньше можно было 3 штучки только купить, теперь до 5. Лавка открывается после завершения осады, в случае успешного захвата гильдия может воспользоваться лавкой, по-моему, в течение суток. Но там типа за час или за 2 часа до начала следующих осад лавка закрывается. Сундук с камнями Кафраса теперь также можно купить у первого уровня. И цена упала до 50 лямов, была 100. Топливо теперь увеличено допустимое количество для покупочки. В зависимости от ранга лимит. Увеличили время действия вот этих свитков, которые мы покупаем, до 2 недель. Сок до 30 штук можно теперь купить. Сундуки с трофеями разных уровней. Вот они, вот тут, кому интересно, вот такой вот дропчик. Но и свитки удачи добавили, что теперь во всех уровнях можно купить свитки удачи. Одна штучка за 10 лямов. Я так понимаю, что лимит будет одна штука на покупку после каждой осады. Ну, неплохо, за 10 лямов свиток удачи — это хорошо. Имперское коневодство изменили дизайн, очень приятно, прямо изменили, теперь реально очень красиво это дело выглядит, то есть ты продаешь лошадку, тебе сразу показывают, вот сколько печати, сколько цветочков, стоимость лошадки, которую ты получишь, и, собственно, ты продаешь либо отменяешь. Исправление изменений, ничего интересного, магазинчик. Магазинчик сейчас разберем, а потом пойдем смотреть корейский патч. Значит, новиночки. Ну, костюм, само собой. Костюм. Костюм, да? Мудрец. Костюм. Волшебник. Капитан, улыбнитесь. А вот, ведь улыбка — это флаг корабля. Вот такая коса. Очень даже интересная. Волшебница в юбочке. И шай. Вот. Вместе с тем, смотри, есть вот, ну, как бы это и постоянный магазин, вот, Хидельский прием, не упустите, это у нас на прошлой неделе добавили, рекомендовано к покупке, это тоже на прошлой неделе все было добавлено, скидочки не при... этот самый, это все было тоже на прошлой неделе, я рассказывала, что, 50 набор, перезагрузка 6, 50% скидка, тут все понятно, 6 костюмов покупаешь со скидкой 50%. Но это тоже, по-моему, все было. Вот, расширение слотов персонажа, скидка 50%. То есть, если вдруг кому-то нужно, кто-то уже мили потратил, либо кто-то хочет мили сэкономить на что-то другое, то вот это можно купить, больше скидок. Ну, типа, больше, чем 50% на расширение слотов никогда не делают. Смена навыка транспорта. Сундук с договорами, горничная. Вот, помните, я говорила, что 2 плюс 2 это прям топовый набор. Вот это то же самое. Ты одну горничную вот на выбор, один раз всего лишь, покупаешь со скидкой в 50%. То есть это тоже очень хорошее предложение. Расширение инвентаря тоже со скидочкой 50%. Ну и вот, для пробуждения рысачка, если кому-то нужно, вот тоже скидка 50%. Точнее, это не пробуждение рысака, это ролл скиллов, чтобы сделать рысака. Вот, неправильно сказала. Классические питомцы 1 плюс 1. Тоже за 350, то есть ты, получается, питомца одного получаешь в подарок, да, классические питомцы. И вторая часть классических питомцев. Тут у нас из полезного, пожалуй, ну, это классические питомцы, тут они все стандартные. Редкие питомцы, у редких питомцев что у нас? Ёжик за 350 жемчуга можно купить, да? Медведь для авторыбалки. Привидение — это для того, чтобы скрещивать, я так понимаю, со всеми. Это обычное привидение. Снеговичок у нас — это, по-моему, просто снеговичок, который очень милый. И олененок тоже, по-моему, никаких таких суперскиллов не имеет. Увеличение опыта навыка. Да, ничего такого в нем нету. Свиток обмена опыта боевого навыков. То есть вот то, что мы получили за промокод. Если вдруг есть желание еще какому-нибудь персонажу перекинуть опыт, то вот, пожалуйста, 40%, ой, 20% скидочка за 4 косарика. Камни крон каждый день. И там еще будут каждый день, по-моему,
Сейчас давай посмотрим. Вот тут вот у нас. Где магазин? Новинки, вот. Значит. Так, сейчас. Сейчас найду. Вот, смотри. Камни крон, да, до 12 октября можно покупать. Потом печать мастера тоже вот можно покупать. За мили можно покупать два лепесточка. Вот это вот, вот это вот, вот это вот тоже каждый день можно будет покупать. Кому надо, вот 400 мили в неделю, в месяц, да, сундук помощи. То есть до 23 ноября это вот у нас целый месяц. Вот. Вот такой вот ассортимент за мили. Ну и скидки еженедельные на костюмы. 50% на выбор. Выбираешь любой костюм, покупаешь, носишь с удовольствием. Вот. Значит, с этим мы разобрались. Давай теперь я покажу, что поставили в Корее. Сейчас, буквально секундочку. Вот, в Корее у нас. Так, сейчас я камеру верну еще. То как же вы без меня-то? Вот. Значит, ну, ивенты тут нам не интересно. Это нам не интересно. Смотри, некоторые предметы, которые связаны с ремеслом украшения, ранее были привязаны к персонажу. Теперь это будет привязка к аккаунту. То есть сброс скрещиваний, клеймо для транспорта и все остальное, это все было привязано к персонажу. Добавлены рецепты, из которых можно создать синие зелья безграничных навыков, мастерства, тяжелого труда, то есть вот синие рецепты. Огниво это, я так поняла, для шаи. Так, во время рыбалки можно поймать новый предмет, разбитая стеклянная бутылка. Если накопить 5 штучек таких, то у Крио можно поменять на один из следующих предметов. Водоросли, ключ, стул, влияние, рыбалка. То есть, я так понимаю, там переработали полностью тоже, как с огородом на той неделе. Вместо 5 мусора будет теперь кидаться один. Вот. Следующие предметы теперь нельзя поймать во время рыбалки. То есть осколок разбитой бутылки, мешочек с удобрениями, водоросли, дырявый сапог. Это вот эта вот вся хламья, которая падала во всех абсолютно локациях, и можно будет сумку разгрузить наконец-то. Добавлены новые задания по ремеслу рыбалка. Один раз на семью можно получить прочный стул, бальзам скорости. Ну, тут для рыбачков. Короче, они решили рыбалочку немножко подправить. Способ получения имперских печатей был изменен следующим образом. При продаже рыбы имперскому поставщику вы гарантированно получаете одну печать при продаже синего грейда и одну или две при продаже желтого. То есть теперь печатей будет, если раньше там за 10 рыбок ты мог получить одну печать, то теперь ты, грубо говоря, за каждую синюю или каждую желтую ты будешь получать 100% печать. Увеличили количество плодов при культивации семечки таинственной. Время производства повозки сокращено в 4,5 раза. Вот, что еще, что еще, что еще, что еще. Ну, в принципе, все. Все, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Задавайте вопросы, если что-то непонятно там по гильдийным квестам, по каким-то там контентам, по сезону, если кто-то из новичков приходит. Спешите в комментариях, пишите в Дискорде, пишите в Телеграме, где вам удобнее, в ВК еще тоже можно написать. Ну и все, всем хорошего дня, увидимся в следующем видео, до связи, до встречи, берегите себя.